Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 15 мая 2021 года. Вот, все, одуванчики наши закончились. Теперь такая вот чистота в огороде. Идем посадить малину желтую. Называется медовая или медовая. Корневая система у нее очень хорошая. Прошел только что дождик, выглянуло солнышко, 23 градуса тепла. Если я сказала, то повторюсь. Ну что, не знаю, надеюсь, что приживется. Ремонтантная. Я не смотрела про нее в интернете описание. Но вот нужно поискать. У меня все дочь ее просила. Очень любит желтую. Ну что, с корешочком будем делать? Немножко нужно прокопать. Мало места. Ну вот, теперь будет прекрасно. Вылью вот это ведро воды и зарою. Думаю, воды будет с нее достаточно. И глубина. Нормально. Я полностью засыпать не буду эту яму, оставлю луночку, чтобы можно было потом ее поливать. Будем сажать. Так, посадила я такую луночку, сделала ей хорошую, еще добавила водички. Пусть приживается, растет. Наша малина желтая, медовая, ремонтантная. Она видно даже, что очень хороший сорт. Сама по себе саженец такой толстенький, хороший. Вот коротко обрезали. Может быть, к осени мы попробуем немножко малинки медовой. Сейчас вот здесь буду еще кустик сажать. Я 2 кустика покупала. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Показала я вам, что я делаю, как я сажаю себе новый сад. Ну, это уже не себе, а детям. Сын вот засыпал, надо что-то придумать. Поставить такую опору и, по-видимому, натянуть шпагат. Заходите в гости, как всегда, буду вам очень рада. До свидания, до новых встреч. Пока!